Палочек. Хочу еще раз прорекламировать свои палочки. На этих палочках написана тибетская формула. Очень удивительные палочки. Основа их – это натуральные лекарственные травы, которые имеют магическое воздействие на человека. Допустим, данная ароматическая палочка травяная, она связана с тем, чтобы помочь человеку в случае, если у человека есть нападения, неприятности энергетические, физические, а также тяжелые проблемы. Возжигание самой палочки дает человеку защиту и помощь при тяжелых проблемах, являясь для человека энергетическим элементом очищения. В случае, если вы болеете, в случае, если у вас есть отклонения психические, а также нервные состояния, рекомендую использовать данные палочки. Второе название палочки — ароматические травяные для привлечения большого количества денег и желаемого человека. Вы можете такую палочку возжигать, думать о человеке. Третья палочка – защита от любого зла. Если у человека есть неприятности, он думает, что кто-то его ненавидит, проклинает. Также тяжелейший период жизни – зажигайте такую палочку, защита от любого зла. Для любовной магии, в случае, если вы кого-то любите, а также хотите, чтобы человек ответил вам взаимностью, используйте палочки, которые называются «для любовной магии». Здесь есть описание этих палочек, правда, мелким шрифтом. Обещаю шрифт увеличить. А давайте сейчас…